Меньше месяца осталось до начала чемпионата мира по футболу. Страной-хозяйкой его проведения впервые станет Россия. За ходом чемпионата будут следить миллионы болельщиков по всему миру, в том числе и в Славянском районе. Славянск на Кубани будет болеть за нашу сборную с удвоенной силой. В чемпионате участвуют два наших земляка. Воспитанника детской юношеской спортивной школы «Виктория» братья Антон и Алексей Миранчуки. Их тренер Александр Воронков пожелал футболистам успешно выступить и исполнить все свои мечты. Я хочу пожелать им, во-первых, они сами, у них мечта была, в общем, показать себя, проявить себя в составе сборной и попасть в топовые клубы Европы, а именно испанский, итальянский и французский чемпионаты. И это я им желаю этого, чтобы они попали туда, куда задумали. В поддержку чемпионата мира по футболу и с целью популяризации этого вида спорта среди подрастающего поколения был проведен всероссийский фестиваль «День массового футбола». В празднике спорта принял участие и Славянский район. На поле детско-юношеской спортивной школы «Виктория» прошли игры в рамках первенства Краснодарского края между детскими командами со всех поселений района. Для юных футболистов братья Миранчуки – настоящие герои, на которых надо равняться. И на предстоящем чемпионате они, конечно же, будут болеть именно за них. Что ты хочешь им пожелать? Удачи, чтобы они выиграли кубок. Присоединяемся к пожеланиям. Удачи и хороших зрелищных игр нашей сборной на чемпионате мира по футболу. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».